Продолжаем программу. Школьники приступили к сдаче досрочного единого государственного экзамена. Экзамен по русскому языку уже сдали 10 выпускников из Красноярского края, и в том числе один из Железногорска. Процедура проходила в Красноярской гимназии номер 16. Смельчаков встречали с металлоискателями, а писали они под присмотром видеокамер. Нарушений в этот день зафиксировано не было, рассказали в министерстве. Напомним, досрочное ЕГЭ сдавали школьники, которые не смогут это сделать вместе со всеми по уважительной причине, например, участие в соревнованиях или учеба за границей. Результаты они узнают 29 апреля. Добавим, основная волна экзаменов начнется 26 мая с географии и литературы.